Друзья, привет! Я продолжаю гайд по моду Ender IO, версия 1.12.2. И в этой серии поговорим про обелиск опыта и про такой вот вакуумный опыт, сундук. Значит, допустим, вы сделали себе какую-то мобоферму, да, там убиваете мобов, либо просто бегаете по миру, собираете опыт, и у вас возникает необходимость как-то этот опыт аккуратно хранить, да, чтобы в дальнейшем использовать, например, для зачарования книг и тому подобное. Значит, такие вот кругляшки с опытом можно собирать с помощью такого вот вакуумного сундука, вакуумный опыт. Но для того, чтобы он начал работать, ему нужно для начала сюда залить какой-то опыт. Как это можно сделать? Можно, допустим, поставить себе обелиск опыта и сюда какой-то опыт для начала залить. Да? Сейчас попробую себе опыт создать. Ну, здесь пособирать, например, если здесь его немного есть. Вот, давайте опыт возьму. Жидкий, чтобы быстрее продемонстрировать. Так, вот я заряжаюсь опытом, да, там побегал по миру, пособирал, руды покопал, пришел, вот этот обелиск я могу отдать полностью, все. Вот 19 очков здесь есть, я могу, естественно, также забрать, другие игроки тоже, которые у меня там в привате, могут сюда свой опыт складывать, забирать и так далее. А далее, чтобы сюда передать опыт, я могу воспользоваться либо, соответственно, вот этот у нас, кстати, крафтится обелиск. Из стержня в том числе опыта. Если мы этот стержень возьмем, мы можем его передать. Раз, раз. Вот так вот. Правым кликом забрали, шифтом передали. Этот опыт сюда передался. Мы зарядили, соответственно, этот вакуумный сундук с опытом. Далее он опыт сможет собирать и куда им передавать. Опыт можно будет по трубам, например, из этого же мода, откачивать сюда. Вот этот обелиск. Давайте попробуем такую систему сделать простую. Вот так соединим. Здесь у нас пускай будет извлечение, да, отсюда. Переключаю в режим. И здесь у нас, соответственно, будет опыт накапливаться. Вот здесь сейчас 26 очков, да. И, допустим, я вот сейчас буду разбрасывать опыт. Допустим, у меня мобоферма работает. Опыт создается. И вакуумным сундуком я сейчас попробую его собирать. Вот таким вот. Раз, 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 раз. Смотрим. Видим, что у нас он здесь собирается, да. С помощью такого вакуумного сундука. На более ранних версиях у нас Киллер Джо собирал опыт. Сейчас у нас вот такая вот механика. С помощью такого вакуумного опыта. Вот, пожалуйста. Все. Поставили. Там мобов убиваем. Опыт собираем. Приходим, потом забираем. Очень удобно. Если вам это видео было полезно, то ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. На колокольчик жмите, чтобы новые видео не пропускать. Жду вас в следующих сериях. Пока.